Гамора! Чего тебе еще надо? Пожалуйста, расскажи, как ты умерла. Ты первый, кто об этом спросил. Я умерла прямо здесь, в этой кабинке. Как сейчас помню. Дверь была закрыта. И я плакала, потому что Оливия Хорнби посмеялась над моими очками. Потом я услышала, что кто-то вошел. Потом я услышала какие-то странные слова, по-моему, на другом языке. И, между прочим, сказал их мальчик. Ну, я открыла дверцу и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. А потом... Потом я умерла. А где стоял этот мальчик? Вон там, рядом с раковинами. Одна из них никогда не работала. Ни разу с тех пор, как я здесь. Может быть, вход в комнату именно здесь? Откройся! Откройся! Не работает. А если сказать по-змеиному? Откройся! Ура! Получилось! Я его поймал. Он уже собрал чемоданы и готовился к отлету. Что это? По-моему, вход в тайную комнату. Ну что ж, я вижу, вы справились без меня. Пока, мальчики, мне нужно прогреть метлу. Нет, профессор, пожалуйста, пройдите сюда. Нет! Идем, Гарри, это она. Я знаю. Иди в подземелье. Постарайся пробраться в... Гарри, там что-то есть. Я себя плохо чувствую. Все, мальчики, приключение окончено. Рон! Можете попрощаться со своими воспоминаниями. Забвение! Рон, с тобой все в порядке? Рон! Я здесь, все в порядке! Гарри, найди Джинни! Подожди здесь, не бросай Логанса. Если я не вернусь через час, короче, скоро увидимся. Скурж! Риктусакра! Thank you.
Смотри, там что-то есть. Я себя плохо чувствую. Все, мальчики, приключение окончено. Рон! Можете попрощаться со своими воспоминаниями. Забвение! Рон! С тобой все в порядке? Рон! Я здесь, все в порядке! Гарри, найди Джинни! Подожди здесь, не бросай Логанса. Если я не вернусь через час, короче, скоро увидимся. Риктус.